Тверской области назвали лауреатов экспертной премии «Врач с большой буквы». За значимый вклад в спасение пациентов были отмечены кардиологи и кардиохирурги. Мероприятие прошло при поддержке Министерства здравоохранения Верхневолжья и Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Торжественная церемония состоялась в поликлинике областной больницы. Заслуженные награды коллегам вручали представители регионального Минздрава, ОКБ, а также компании «Альфа-страхование ОМС», учредителя премии «Врач с большой буквы». В этом году ее получили кардиологи и кардиохирурги за спасение жизни пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца. Страховые медицинские организации проводят экспертизу оказанной населению медицинской помощи, и мы видим и имеем возможность получить экспертную оценку. Оценены результаты лечения, соблюдение стандартов, протоколов лечения. Среди отмеченных – представители клиник как областного центра, так и других муниципалитетов. Среди них и врач-кардиолог Ржевской ЦРБ Ольга Смирнова, которая отмечает, работы становится все больше и больше. Кардиологическая патология, она молодеет. Очень много больных с осложнениями, которые требуют лечения и дальнейшего ведения их. С ней согласен и коллега из Твери Николай Необутов, который изначально не планировал быть кардиологом, однако уже работая в медицине, понял актуальность данной специальности. Важное заболевание, которое за ним нужно следить, и которое я решил сделать упор, чтобы помогать людям, потому что сейчас и всегда уже в последнее время, что если речь идет о заболевании, это первые по летальности в нашем мире и в нашей стране. Среди наград, которые вручали медикам, были и ноутбуки, которые они теперь будут использовать в своей работе. Еще один лауреат премии Сергей Ефимов отметил, что технологическая оснащенность – один из ключевых факторов в борьбе с заболеваниями сердца. Последние у нас закупки в прошлом году был новый ангиограф, который обладает новыми функциями, которые были раньше недоступны. Это изучение фракционного резерва кровотока и возможность применения внутрисосудистого ультразвука в коронарных артериях. Сергей Ефимов отметил, что в его отделении ведется активная работа по увеличению количества и видов операций на сердечно-сосудистой системе. Но Верхней Волжье требуется больше таких отделений. Поэтому вполне логично, что скоро такую помощь начнут оказывать и в Ржеве, где ЦРБ располагает подготовленным персоналом. Все это логично укладывается в политику областного правительства, глава которого Игорь Руденя регулярно отмечает, что для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медпомощи населению на всей территории региона является приоритетом.